Приморье начали благодарить за победу по интернету. В социальной сети Instagram стартовала акция, приуроченная к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Жителям Приморья предлагают сделать публикацию о своем герое в Инстаграме, выложить фотографию с описанием и добавить хэштег «Благодарю за победу». Можно опубликовать фото как самого участника войны, так и его наград, фронтовых писем. И вдобавок рассказать истории из жизни своих предков, участников Великой Отечественной войны. Принять участие в акции и поблагодарить за победу может любой.